В этом году «Металлург» отмечает 50-летний юбилей. Видновский клуб считается лучшим в России и одним из лидеров европейского мотобола. И гордиться действительно есть чем. Об этом президент команды Валерий Нефантьев рассказал ученикам Видновской школы номер 7. Встреча началась с того, что я спросил: поднимите руки, кто слышал, или кто знает, или кто видел такой вид спорта, как мотобол. И, в принципе, где-то человек 10, 12, 15 подняли руки. Мне это было приятно, что вот это поколение в этом возрасте уже знает вид спорта. Встреча с учениками состоялась в рамках всероссийской акции «Поделись своими знаниями», которая проходит уже в третий раз. Сами спортсмены «Металлурга» присутствовать не смогли. Они сейчас находятся на серии выездных игр. Но руководитель и тренеры команды ответили на все вопросы ребят, которых поступило немало. В основном молодым людям было интересно устройство мотоциклов. Судя по тому, что при встречах задают очень много вопросов, я так понимаю, что дети иногда приходят все-таки посмотреть, что это за спорт, познакомиться, и некоторые остаются. Это очень сильная вещь, когда детей просто приглашают, так, и они когда полностью тесно общаются с нашими спортсменами. Гости показали ребятам несколько информационных сюжетов с разных игр команды, подарили классу специальное издание об истории «Металлурга» и пару юбилейных вымпелов. Сегодняшний визит был очень неожиданный, я бы сказала. Обещали классный час, и тут вот такое вот мероприятие, очень приятно. Книжка очень интересная, красивая. Про мотобол я знаю, конечно, не сильно много, как другие, но знаю то, что это очень увлекательный спорт, очень захватывающий, то, что он уникальный очень. Вот. Будем теперь болеть за «Металлург»? Конечно. Валерий Нефантьев пригласил школьников и их родителей на финальные матчи чемпионата России, которые пройдут с 16 по 18 сентября на стадионе «Металлург», чтобы поболеть за родную команду, а всех заинтересовавшихся ребят попробовать себя в бесплатной секции по мотоболу. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.